Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США РК-4B Global Hawk был замечен у российской границы. Предполагается, что с помощью беспилотника была проведена разведка. Сервис «Планерадар» опубликовал передвижение беспилотника у российской границы. Как уточняет Лента.ру, наблюдение проводилось 11 часов. Издание отмечает, что беспилотник вылетел около 7 часов утра, время московское, с итальянской базы НАТО, миновал Грецию, Румынию, Украину и Польшу, а затем начал летать вблизи Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Летая по территории Латвии и Эстонии, беспилотник тем не менее был близок к границе с Россией около Ленинградской и Псковской областей. Возвращался на базу летательный аппарат тем же маршрутом. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.